пятницу в Ливнах благодаря расторопности и профессионализму местных огнеборцев из пожара был спасен человек. Тревожный звонок на пульт 112 поступил из многоквартирного дома на улице Победы. Туда были высланы караулы по повышенному рангу вызова. Предположительной причиной огненного ЧП стала неосторожность при курении. В ходе проведения разведки личным составом непосредственно в очаге пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни, который после оказания ему первой помощи сотрудниками МЧС пришел в сознание и в дальнейшем был передан прибывшим медикам для его госпитализации в учреждение здравоохранения. Из соседних квартир было эвакуировано 5 человек. На месте работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади 3 квадратных метра.